Уважаемые жители города Силламя, городская управа сообщает, что в связи с распространением коронавируса в городе, Силламяйская городская управа реорганизует свою работу для уменьшения контактов между людьми. Ходатайства и заявления просят передавать в электронном виде или оставлять в почтовом ящике у двери. При острой необходимости прийти на прием лично можно, но городские власти просят предварительно договориться о встрече со специалистом. Комментарий мэра города Силламя Тыниса Калберга об эпидемиологической обстановке в регионе Идавюрма в целом и в городе Силламя конкретно. Хотели делать маленькое обращение по поводу распространения вируса. Сегодня показатели в Эстонии и Идавюрма растут. В пятницу в городе Силламя добавилось 4 больных, в субботу 3, в воскресенье 3 и вчера понедельник 0. И всего сегодня в Силламя 22 зараженных, и в Идавюрма их 123. И сегодня у нас среди зараженных и детей, и взрослых, и пенсионеров дети, кто зараженные, они школьники, школьный возраст. Департамент здоровья устанавливает круг, с кем он общался, и у этих людей просят тогда быть дома. Сегодня у нас на дистанционном обучении один класс в эстонской школе, один класс в Канука школе и гимназия. Также были случаи зараженности на рабочем месте. Сегодня есть 2 предприятия в городе Силламя, где есть зараженные. И пенсионеры, кто больные, они получили тоже эту болезнь от своих членов семьи. Департамент здоровья сообщил, что чтобы теперь вирус не распространялся, следующие 2-3 недели очень важные и решительные. Я понимаю, что многих эта тема вируса уже, скажем, надоел, и люди, наверное, ну, сложно людям долгое время себя ограничивать, но считаем так, что если кто-то даже думает, что эта болезнь легко переживет, тогда надо все-таки думать об этом, чтобы не передать это заражение своим детям, своим родителям, своим, может быть, дедушкам, бабушкам или этим людям, с кем вместе работают. Поэтому призываем наблюдать простые правила и советы Департамента здоровья. Сегодня не провести в ближайшее время большие собрания и праздники. Когда вы чувствуете себя больным, тогда не выходите из дома, обращаться к семейному врачу. Если вы находитесь в общественных местах, тогда при возможности нести маску, держать дистанцию, также помыть руки. Так что желаем быть осторожным и остаться здоровым. Команда ЕСН-ТВ желает жителям города Силламя здоровья. Следить за последними новостями на городском сайте.